января 2016 года величина прожиточного минимума пенсионера в Республике Адыгея для определения федеральной социальной доплаты возросла до 8138 рублей. В связи с этим Управлением пенсионного фонда в Кашхабльском районе был организован прием заявлений на назначение федеральной социальной доплаты к пенсии пенсионерам, у которых сумма материального обеспечения не достигала прожиточного минимума, установленного по республике. Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается только неработающим пенсионерам, у которых сумма пенсии и других выплат, включая ежемесячную денежную выплату с учетом набора социальных услуг, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение и региональных выплат ниже прожиточного минимума, установленного по республике. Разница между общим материальным обеспечением и прожиточным минимумом пенсионеру устанавливается из федерального бюджета в виде федеральной социальной доплаты. Если право на федеральную социальную доплату, далее ФСД, возникает у пенсионера в текущем 2016 году, то ему необходимо подать заявление о назначении в Управление пенсионного фонда по месту получения пенсии или в ближайший офис многофункциональных центров. Так как федеральная социальная доплата устанавливается и выплачивается с первого числа месяца, следующего за месяцем его подачи. Пенсионерам, которым социальная доплата ранее выплачивалась, подавать заявление не нужно, так как им автоматически был сделан перерасчет ФСД с учетом новой суммы прожиточного минимума по имеющимся в пенсионном фонде сведениям. Получателям пенсии, не достигшим 18-летнего возраста, социальная доплата устанавливается беззаявительно. Право на социальную доплату имеют также получатели пенсии по линии силовых ведомств, если их материальное обеспечение не достигает величины прожиточного минимума. Заявление на установление ФСД они также могут подавать в Управление пенсионного фонда по месту регистрации или в ближайший офис многофункциональных центров. Размер федеральной социальной доплаты пересматривается в случаях изменения величины прожиточного минимума пенсионера, индексации размеров пенсии и иных выплат, получаемых пенсионером. Пенсионеры, которые получают федеральную социальную доплату к пенсии, при устройстве на работу обязательно должны сообщить об этом Управлению пенсионного фонда по месту получения пенсии.